Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам подкинуть еще одну идею, как можно украсить елочные игрушки. Если вам интересно, оставайтесь со мной. И, конечно, где меня можно найти? YouTube, почта и профиль в Instagram. Для сегодняшней работы мне понадобится сама основа. Сегодня у меня это сердечко. Как обрабатывать, обтягивать бархатом, ссылочку я оставлю. Мне понадобится кружева. Вот у меня такие красивые кружева. Мои подписчики уже знают их, знакомы. И я вырезала небольшой отрезок. Для бантика мне понадобится 2 отрезочка 4 на 20. Один отрезочек 4 на 30 и сама серединочка. Отрезочки лент 4 на 20 перегибаем пополам и отмечаем серединочку. Затем к серединочке сводим края примерно на 5 миллиметров, заходя за серединочку. Прошиваем иголочкой, делаем простой бантик. И закрепляем ниточку. Отрезок ленты 30 сантиметров. Также перегибаем пополам и отмечаем серединочку. Теперь складываем вот таким образом ленту, примерно до середины доходя. Вот. Уголок должен на середине ленты быть. И закалываем иголочкой. Берем иголочку с ниточкой и прошиваем. Делаем узелочек. Подклеиваем верхний бантик к нижнему. И отрезком узкой ленты закрепляем бантик. Подрезаем под углом края бантика. Закрепляем огнем. Я кружева вырезала заранее, и, конечно же, все края надо обжечь. Обработать, чтобы ничего нигде не сыпалось. И для начала примерно прикинуть, как же будут смотреться кружева на игрушке. Я подкалываю иголочками, и если мне нравится, то начинаю подклеивать. Край подклеиваю
под самые вот те вот эти бусинки у меня идут, наношу клей. И вот пальчиками прямо подсовываю бусинки. Посыпались, забыла закрепить, это надо было сделать заранее. Если где-то что-то сыпется каким-нибудь холодным предметом, не ногтями, не рукой, а просто или пинцетом, или ножницами, тогда все хорошо закрепляется. Края подклеила и начинаю располагать остальные кружева. Клей наношу понемногу и аккуратненько все подклеиваю. И стараюсь клей наносить именно на узор, вот где все перекрыто. Не на открытые участки, чтобы клея не было видно. И, как я говорила, по чуть-чуть. И аккуратненько располагаю. Если где-то у меня что-то вот так торчит, я подрезаю между кружевом и подклеиваю. Клей наношу на сами кружева, не на бархат. И таким образом подклеиваю все кружева. Когда я почти все подклеила и подошла к другому краю, я аккуратненько, вот так примерно, как мне надо, обрезаю кружева. Если я вижу, что много, подрезаю еще чуть-чуть. Теперь, когда все обрезано, обязательно обрабатываю огнем. Работаем нижней частью огня, чтобы не оставалось черных пятен. И теперь подклеиваем понемногу остальные кружева. Вот таким образом. Сюда я еще подклею полубусины и немного серебра. Я беру полубусину и наношу на нее клей. Не на бархат, а именно на полубусину. И подклеиваю. Мне осталось подклеить бантик и серединочку. Ровненько укладываю и прижимаю пальчиком, чтобы хорошо все закрепилось. И подклеиваю серединочку. Также даю ей хорошенечко закрепиться. Расправляю бантик, и моя игрушка готова. Надеюсь, вам мое видео сегодня понравилось и было полезным. Не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А вам успехов и до новых встреч. Пока-пока!